Всем привет или доброе утро. У нас утро. Сегодня у нас, хоть я и в куртке, но температура у нас вон 9-10 градусов. Блин, задолбал. Вот у нас ночью закрываешь все. Не знаю, кто открывает. Здесь открывается. Сейчас смотрю, вон калитка тоже открыта. Хотя я точно помню, что я вечером закрывал все. Потому что, ну, здесь у нас пес бегает один, дружок называется. Мы его так называем. Вот он может забегать. Я точно знаю, что я закрывался. Да и ходить никуда не ходили мы, но постоянно утром, видите, бах, она закрыта. И петух что-то, смотрите, вот. Оу! А? Фотографии, что случилось там? Я привет. Я выглядал, чтобы не прозевать тебя. Дело есть. Ага. Надо до Сороки съездить, цемента два мешка привез. А в Сороке, наверное, цемента нету. Да? Сейчас же заводы закрыты все. А, ну я разузнаю. Поехал я до Воглая, купил. Дядь Коля приходил, говорит, цемент ему нужен. Дадим ему мешок, потому что сейчас заводы же не работают. Петух один ходит, нифига, короче, куры там прячутся в курятнике. То ли холодно, на улице теплее вроде бы, чем в курятнике. Ладно, закрою их, чтобы не гадили. Ну, а сейчас заводы не работают, в магазинах цемента нету. Магазины не работают, не доставляют. А сейчас я буду вот эти доски распускать, пилить. Надо на рейки распустить уже, что они здесь лежат. Пусть готовыми рейками будут, чтобы освободить уже циркулярку. Потому что не стояло здесь. Можно будет разобрать. Сейчас достругаю. Вот такие вот у нас дела сегодня. Всем доброе утро. Всем привет. Ну, у соседей весело. С музыкой. День начинает. Так. Вчера постирала. Всю ночь висели. Все нормально. Не плане улетели. Только зато не люблю дело. Потом, блин, не разгладить, особенно моим утюгом, блин. Так. Ну все, сейчас уже буду собирать уже. А? Пусть. Досыхаю чуть-чуть, сейчас буду собирать все, и полотенчики у меня здесь. Отлично. Пойду к Рушану, он там здесь Коли работает. Что я сейчас буду делать? А, здесь кукуруза. Найду другое ведро, где-то еще одно было.
Вот наша река. Рву траву я в конце огорода. А теперь по тропинке с полным ведром травы я иду радовать наших кур. Я дома не открывал, сегодня тоже открою, надо глянуть будет. Самое интересное. Опа! О, кроме сорняка ничего не взошло. Да нет, тогда ты что? Капуста, то капуста. Да я шучу. Похоже, как бы не синенькие эти, не баклажаны. А это капуста вот. И вон капуста. Ну блин, все стерлось, зачем писать? Редис. А больше ничего все. А вот это? Вот это же тоже что-то. Да это я не знаю. Вот это редис. Это вон редиска, да? Да, вон написано, а, редис. Значит, редиска. А я... капуста вон. А капуста... Должна уже тоже вылезать. Не видно она. А вот это не капуста. Вот она, вот. Нет, то не капуста. Вот, она. Вот то, наверное, начинало, наверное, сходить. Ну, полыть и тоже закрывать. Я сегодня дома гляну тоже, что у меня. А вот здесь? Тоже близко. Я думал. Перец! Перец? А не видно. Не, еще не видно. Вот это баклажанчики, наверное. Ну, это по сходу. Оно сейчас не поймешь, может и трава какая, то коли уже зійде. Ты ж так рядочками садила, да? Ты сейчас что-нибудь вырвешь. Я знаю, что сорняк я вырываю. Да, рядочками вот так. Оно видно будет, ще не. Ну, ще, что воно тут, неделя где-то прошла. Угу. Сейчас еще поем. Вот такие то не в крестины поделали вы. Как? Кого? А вот такие это, пленкой накрыты три штуки. На городе. Не? А вы где видели? А я в магазин туда ездил и бачу. Есть такое. А, есть, да. Три штуки. Да, у крестины-то? Да. Хозяйка. А повторюшка? Ну, блин. А ты за дядь Коли повторяешь. Значит, хозяйка. У нее три штуки, а у вас одна. А у нас одна большая, у нее маленькие три. Вот тут, Диана, по краю. Ага. Можно штук 6-7 вот так рядочек кабачков посадить. Угу. Вони не розлітаються. І поливать. Угу. Може, і будете їсти. Не буде тут нічого. Тут... Можете помидоры тоді посадить. Вряд ли, нема радиски. Вона помаже. Ну, в мене много посажено, так що я вам дам, як вирос. Не переживай. Вона радиска, то все равно твоя, хоч і в мене посажена. Сіна я давала. Обработана. Споткнулась. А вы найдете, да? Не, уже не сильно, да? Ага. Ну, будет, и глину выкидайте. О, я его тоже поливать буду. О, волка тоже будет поливать. Это хорошо. Она нагреется, вода, набирай, поливай. Все за нами повторяют. Да ладно. Вот тут я кажу. А мы только что покушали суп. Хотим чай. А сейчас будем сгущенку, да. Я открыла, видишь, как она запечатана. Мы недавно как-то однажды карамель рассматривали. И там немцы очень придумали такую классную штуку, чтобы, допустим, из бутылки выдавливать можно было. Блин, а что есть так? А нет, вот за эту надо потянуть. Вот.
То есть бутылки можно было выдавливать? Нет, может быть, здесь тоже такое есть, просто мы, нам не попадало. Ну, говорю, не сталкивался. Я говорю, вот было бы здорово, там, если бы у нас на продукции там что-то такое было. Сейчас мы вам покажем. Мы купили сгущенку вот такую ГОСТовскую. Главпродукт. Такая желтенькая, слушай. Здесь вот такая же штука, система. Давай, вот, да, ниппель. Попробуем на хлебушек. Это очень удобно. Я первый съем. Да, фиг с тобой. Ну-ка, дай сюда. Раз. Опа. Ну-ка, еще раз. Опа, обратно. Очень удобно, ага. Особенно для... Ну, конечно, когда хлеб не дырявый. Рушан, блин. Давай быстрее кушай. И ты же сказал, ты съешь, блин. Жуй давай, у тебя все. Короче, ему и простая овца идет. Это говорят, с меня везде грязь найдет, да? Да. Нет, это знаешь, для детей очень удобно, да? И они чистенькие, и все, они да, сколько надо выдавили, и все. И она чистенькая, здесь крышечка. Неудобно. Клево. Ну все, будем. Мы сейчас будем чай пить. А вкусно, между прочим. Вкусно, сгущенка? Особенно с руки. Ой, свинарник-то навел. Можно было со стола и не утерять перед съемкой. А сегодня будет Диана у нас баньку красить. Вдруг там немножко прохладно. Хоть это и баня. Все, теперь затопил. Буквально 10-15 минут. Ждем. И там будет тепло. Можно будет не мыться, хотел сказать мыться. Можно будет убираться, красить. Спокойно. Ох. Здесь уже немного потопилось, потому что здесь вот выходишь, Иваник, там холодно, да? Холодно как там. Прям морозильная камера, странно как-то. Здесь тепло. Да, ну можно еще подкинуть. Я подкину. Чтобы потеплее было, тем более это пол немножко это холодный. Вот, и мне надо зарядку будет поставить куда-нибудь, чтобы я слышала телефон, а то у меня севший. Где-нибудь. Есть тут розетка? Вот там вот. Есть. И на тапочек можно положить. В принципе, телефон. Не дотянется до тапочек. Вот, я сейчас буду приступать. Две баночки. А две руж хватит банки? Хватит. А откуда начинать? Ну, я думаю, вот это с потолка. А, потолок сперва? Потолок. Сперва пройти с потолок, да? Да, потом начинаешь ту стену. Вот это, ага, потом эту, ага, стену. А под конец только вот эти, да? Угу, вот там, там потом внутри, потом уже лавку. Ага, ну все. Угу. Подкину. Давай. Вот эта киточка небольшая вот? Да. О, как она пульная, может там ее выхлопать. Фу, какая пульная, да? Нормально. Нет. Подкинешь дровишек? Да. Чтобы мне теплее стало. Подожди, подожди, можно я тут выброшу? Ага, теперь закрой меня. Так. А эту фигню я открою сама. Хорош. Ничего остального нет. А вот она прозрачная будет? Да, уже бесцветная. Прикольно. А потом, когда будет здесь это топиться, здесь не будет лаком пахнуть, кстати, нет, он водяной. Писали. Нет, это он на водной основе, он впитает. Ну, вот так, запах у него есть. Она выветрится, это все по этой пункту. Даже такой не маленький. Нет, у него не будет запаха. Он выветрится. Надеюсь. Сыпочка, стоп, помещается? О, помещается. А как бы поудобнее выстроиться. Будто клеем прохожу. На клей похож, на ПВА. Смотри, видал? Угу. Наверное, уголка. Дальше надо закрашивать в углах.
что топка с той стороны. Почему? Потому что мы даже смотрели, вот эти вот баня-бочка делают. Там тоже топки делают. С уличной стороны. И сюда никакого мусора не таскается. Блин, как-то он плохо берется. Не знаю. Даже не видно, где покрасила, где нет. Вообще ничего не видно. Ничего не вижу. Сюда сесть. На коленях стоять не очень удобно. О, так вот. Криво? Да все я ровно. Почему я должна криво делать? Почему ты всегда меня при этом унижаешь? Я же не унижаю, я просто спросила, а если? О, давай сперва сделаем, а потом мы покажем. По поводу вот сегодня то, что... По поводу сумм, которые я называл. Вот вопрос возникает. То, что... Хотел сказать, то, что... Ай, ну не делай так, ты же все грани сорвала. Давай второй шелк. Ну, солнце, я же тысячу раз тебя учил. Все правильно, я сделал. Надавила немножко, и это. Нервы не восстанавливаются. Ну, в смысле не восстанавливается? А потом мне понадобится руку выкрутить, я его как буду, зубами выкручивать? Мне понадобится его выкрутить, он здесь не очень. Да? А если ты сейчас криво сделаешь? Что столько... Хорошо, лет? Ладно, давай, давай, а все, я делай. Я просто все брошу и пойду отсюда. А, обижусь, да? Сломаю все, обижусь и пойду. Ну ладно, короче, делай, ладно. Знаешь, у меня была такая фишка. Когда я училась машину водить, ага. Человек, который рядом сидел, постоянно меня не то что унижал, постоянно говорил, не так ты едешь. Да не тут, постоянно психолог. Да не сюда ты нажимаешь. Вот здесь надо было прибавить газу, а ты, блин, затормозила здесь. И вот так меня дергал в итоге. Да у тебя не получится в гараж заехать. Все, я ладно, думала, успокойся. Не получалось. У тебя все получится. Мной, когда села со мной Кристинка, и когда я потом после этого человека говорила, блин, а я здесь боюсь, у меня здесь не получится. Кристина говорит, ты что прикалываешься? Да все у тебя получится. И благодаря Кристине, реально, я поехала. Я научилась благодаря ей водить машину. Классно, молодец, Кристина. Только ниже сделай. Только ниже сделай. Еще ниже? Да. Еще ниже. Нормально? Еще ниже. Еще ниже. Нет, душа, ну ты уже криво пошел. Все, давай. Так вот, то, что по поводу расходов того, сколько мы тратим в месяц на дом. Я же не могу вам, я назвал сумму, но я же не могу вам, допустим, все время показывать и снимать каждый шуруп, каждый винт, каждую пену, допустим. Каждую, ну все, что вот я покупаю. Мы, допустим, купили основные покупки, да, мы выложили это на канал. Не всегда бывает, получается показывать. Где-то я подключаю людей, которые мне помогают заносить, затаскивать, и они не хотят сниматься. Бывают моменты, когда, допустим, ну элементарно, я просто не успел схватить камеру. Купил уже, поставил все, сделал и все. Вы же не считаете, сколько саморезов, допустим, сколько, допустим, там клей где-то уходит или тому подобное. А по поводу тоже еды, то что мы тоже не все показываем. Иногда бывает, человек, допустим, мы можем сесть, покушать, а потом поругаться из-за того, что никто камеру не взял. Ну да, потому что начинается. Сегодня что у нас было на обед? Рыбка жареная. Мы же это не успели показать. Ну да, потому что мы ее съели, мы кушать хотели. Да, мы пришли, мы работали, мы пришли, нам было не до камер. Просто. Я быстро пожарила рыбу, отварила картошку, мы быстро поели, все, мы ушли.
Да и потом иногда бывает, блин, иногда бывает просто неохота. Просто бывает неохота. Мы просто сегодня у нас на видео только сгущенку мы поели и все. Больше ничего. Мы же не можем сегодня прожить на одной сгущенке. Рушан, откуда у тебя ты на одной сгущенке живешь? Откуда у тебя такое пузо? Нет, бывает, что мы не 30 тратим, да, вот. Я же сказал среднее, я вроде бы русским языком говорил, что это среднее, я по среднему беру. Кто-нибудь когда-нибудь брал, допустим, справку 2 НДФЛ? Там всегда считается не сколько ты зарабатываешь в месяц, а там берется среднее за последние полгода, 3 месяца, всегда по-разному. Но суть в том, что берется среднее, так же и я брал среднее. А по поводу коммуналки меня вообще убили, блин. В смысле я перегнул? У нас газ, зима, у нас свет. У нас вода, у нас вывоз мусора. О! Давай говорил хорошо. Ниже. В смысле ниже? Я тебе сейчас уровень принесу, блин. Чё? Всё нормально. Красиво. Я не сказал, что некрасиво, я просто сказал, что ниже надо, и все. Ты хотел саму табличку ниже? Да почему здесь ниже? Вот эту сторону чуть ниже надо. Да, она ровная. Ну ладно, пусть будет ровно. Сантиметры какие-то. Ты уже это возникаешь. Нормально. Красиво, вот все. Когда мы будем дверь менять, угу. Я скажу, сними ко мне табличку сама, дам тебе шуруповерт, ты будешь его снимать. Ладно. Гвоздодер дашь. Угу. Ну все, расход ушел сюда. 2 банки. Ну-ка, я хочу попробовать. Вот здесь что-то блестит. Есть? Что есть? Ничего нету. Ну, я не знаю. Нормально. Все классно. Да, кстати. Кто-то вот писал, чтобы мы не ложили, не закладывали вот здесь вот, чтобы мы не закладывали эти ступеньки. Угу. Туда вот и тазики пойдет загонять, и все. Мы просто сделаем такую же решетку. Да. И туда раз, два, закроем решетку. Даже потом помыть, убрали решетки, просушили на солнце, да. Я там полазила, все помыла хорошо, и обратно решетки засунули. Там и тазики будут стоять, и все. Смотрите, сейчас вот это вот все закроешь, да? Будет все закрыто, да? Вот мы здесь сидим, паримся, а у нас здесь тазы под ногами. Ну хорошо, давай я тебе предложу по-другому. Вот низ, допустим, да? Я хочу закрыть низ. Знаешь почему? Потому что, во-первых, вот ты говоришь, решетки туда сделать. Я их, я не сделаю так, как, допустим. Ну вот она здесь плотно ложится, все хорошо. Хорошо, пусть там она же... не плотно, мы же по ней скакать не будем. Ну дай мне договорить. Потом низ я хочу закрыть. Во-первых, а вот здесь, я могу также продлить вот эту полочку до конца, и, пожалуйста, тазики все там будут. Вот это можно и убирать, но низ я хочу закрыть. Ладно, твоя баня. Ты же здесь можешь больше париться, чем я. Не говори. А в смысле, это баня наша. Ладно, ну все, мы подумаем. Вот пусть напишут в комментариях, как будет лучше. Вот твой... Вот мой вариант сейчас, смотри, вот здесь получается, также продолжается решетка, и там лежит ее вариант, что, допустим, там продолжается решетка, и снизу тоже лежит решетка. Где там продолжается решетка? А здесь ты так и оставил? Ничего. Ничего, просто снизу тазы будут. Да, либо вот здесь можно будет в будущем также обшить первую полку. Угу. Снизу пусть остается просто решетку туда такую вот, как на полу сейчас у тебя сделать, туда загнать, и все. И там тазики пусть стоят, ковши и все, что можно. Ладно, 2 варианта у вас есть. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какой будет лучше. Да, потому что мы не сегодня, не завтра будем это делать. Это ближе тогда, когда город откроется. Потому что это все покупается в Краснодаре. Краснодар, Ростов, Леруа Мерлен и тому подобное. Поэтому у нас здесь такого нет. Да? Время поэтому подумать у вас. У нас есть, а уголочки у вас посоветовать. Вот эти тоже встали. Сюда уголочки, вот сюда уголок, вот сюда уголок. Мы пошли. Да. Второй раз ужинать. О, ну видите, мы по 2 раза ужинали. Опа. Кстати, и ручку. Я знаю, что хочу? Я хочу ручку сюда сделать, это. Деревянную вырезать. Ну ладно, это потом. Все, выключил свет? Да. Все, всем пока.